Посмотри-ка. У него на руке символ цикад. А что, если мы придем, а их всех убили? Всех не убьют. Но откуда ты знаешь? Просто знаю. Слушай, не волнуйся. Ладно. Вот увидишь. Надо же. Финишная прямая. Предупреждаю сразу, я не умею плавать. Кажется, тут справа не глубоко. Иди за мной. Хорошо, что Марлин выбрала вас. Ты это к чему? Я знаю, что вам за это заплатят. Но я пытаюсь сказать спасибо. Да не за что. Нет, нет! Что теперь будет? Что ты делаешь, Тесс? Господи, карта, может быть, у них была карта или хоть подсказка, куда идти. Слушай, хватит, ну сколько можно? Столько, сколько нужно! Где их лаборатория? Она не говорила. Кажется, это где-то на западе. Что мы здесь потеряли? Это не наше дело. А что ты знаешь о нас? Обо мне? Знаю, что ты умнее вот этих. Да ну. Знаешь что, Джоэл, мы с тобой очень дерьмовые людишки. Мы с тобой выживаем. Это наш шанс. Все кончено, Тесс. Мы попытались. Нам пора домой. Нет. Я никуда не пойду. Я уже пришла. Ну почему? Везение не может длиться вечно. Да что ты несешь? Не трожь! Не трогай меня. Вот черт. Она заразилась. Джоэл. Покажи мне. Не надо, Джоэл. Покажи мне. Господи. Весело, правда? Дай сюда руку. Вот, сам посмотри.
Меня укусили час назад, ее 3 недели. И ей хоть бы что, Джоэл! Ты должен отвезти девочку к Томми. Он знает этих людей, знает, куда идти. Нет, это твоя затея. Я здесь ни при чем. Нет, послушай меня. Послушай, я знаю, ты не откажешься выполнить мою последнюю просьбу. Ты отведешь ее к Томми. Черт. Стереть слыха! Это они. Твою мать. Я задержу их, но вам надо бежать. Что? Предлагаешь тебя бросить? Да. Я не оставлю тебя. Я не хочу превращаться в чудовище. Ну иди. Пожалей же ты меня. Я не могу. Нет, уходи! Пошел вон. Элли. Прости, я. Мне очень жаль. Пойдем. Что за нафиг? Ты понимаешь, что мы творим? Стой. Мы ее просто бросили. Хватит! Не отставай, надо уходить. Мамочки. Надо идти дальше. Господи! Тесс! Они вот-вот ворвутся. Что теперь? Джоэл! Вижу. Проверим коридор. А ну, поищи внизу. Живо! Что за хрень? Он сзади. Черт возьми!
За мной, идем. Что нам делать? Джоэл, как отсюда выбраться? Так, для начала через этот холл. Пригнись, я не знаю, сколько их тут. Ты!
Смотри, там лестница. Пригнись. Там солдат ходит. Понял. Оставайтесь на месте. Ждите подкрепление. Вас понял. Держу. Как ты можешь дышать этой дрянью? Я тебе не врала. Заметил? Нет, здесь никого. Я не видел. Поищу тут. Спустись вниз. Давай, шелохнись только.
Что-нибудь придумаем. Элли! Смотри-ка, еще работает! Там лестница. Может пригодиться. Залезай. Чего? Элли. Ладно, ладно. Осторожней. Спокойно. Держу. Так, а теперь скорее отсюда.
Слушай, насчет Тесс. Не знаю, что... Уговор будет такой. Ни слова про Тесс. Никогда. Мы с тобой вообще не обсуждаем прошлое. Второе. Ты никому не говоришь о своей особенности. Решат, что ты спятила или убьют. И ты будешь делать, что я скажу. И когда скажу. Ясно? Да. Повтори. Ты тут главный. То-то. К северу отсюда есть город. Один человек там кое-чем не обязан. Может, найдет нам машину. Окей. Ну все, пошли. Нам туда. Вниз, срежем, так быстрее. Ух ты! Что? Ничего, просто... Я раньше никогда такого не видела. Леса, что ли? Да. Не бывало в лесу. Тут классно. Почему ты не вернул меня к Марлин? Она обратилась к нам, потому что сама бы не справилась. Может, ей уже лучше? Ха. Не хочу тебя расстраивать, но шансы выжить у твоих друзей с самого начала были невелики. Она сильнее, чем ты думаешь. Без разницы. Сомневаюсь, что смогу доставить тебя обратно в город живой. Так что пути назад нет, хотя меня это совсем не радует. Ух ты, привет. Как всегда. Перелезем? Нет, наверху колючка. Придется искать обход. Ого, смотри. Yeah.
так-то лучше. Это ты, Билл? Где вы встречались? А? Когда как? Здесь раньше не бывал. Я знаю, что он тут живет, но... Да, я здесь не бывал. Думаешь, он там, где дым? Будем надеяться. Что ж, тогда пошли, узнаем. Ну, пошли. Спускайся. Смотри под ноги, не свались. Закрыто с другой стороны. Так, подсади меня. Нет, нет, этого еще не хватало. А как иначе? Я-то тебя подсадить не могу. Ты в порядке? Я не умею свистеть. Не умеешь ты свистеть. Это похоже на свист? Ты в порядке? Я учусь свистеть. Не умеешь ты свистеть. Это похоже на свист? Сюда. Что такое? Черт.
Твою мать! Черт, закрыто с другой стороны. Подсади меня. Плохая идея. Ну, а как иначе? Я-то тебя подсадить не могу. Ладно. Вставай. Только открой, и все. Ладно. Тише. Ага. Попробуем. Ну вот. Та-дам! Молодец. Спасибо. Допустим, твой приятель даст нам машину. А потом? Потом мы поедем к Томе. Это который твой брат? Гораздо важнее, что он был с цикадами. Знает, где их искать. А, ясно. Только он далеко, поэтому нам нужна машина. Гномы! Да, гномы. У меня была с ними целая книжка. В детстве я их просто обожала. А феечек нет, они стрёмные. Ну ладно. О, посмотри. Thank you.
Явно дело рук Билла. По-моему, он один. Ух ты, ну и местечко. Даже как-то грустно. В смысле? Ах ты! Обалдеть! Это еще что за фигня? Это Билл ловушек наставил. Твой друг паранойя, да? Мягко говоря. Нафига он нам сдался? Он... помогал нам заниматься контрабандой. Знает, где что достать. Осталось не взорваться на пути к нему. Просто смотри, куда идешь. Видишь растяжку? Смотри, не задень. Пригнись как следует. Я неплохо стреляю. Давай стрелять буду все-таки я. Я могла бы защищаться, прикрывать тебя. И не мечтай. Все чисто, залезай.
Да, пожалуй, сработает. Попробуем эту штуковину. О, черт! Теперь слушай. Предупреждаю заранее, Билл не самый адекватный человек. Поэтому, когда мы его найдем, говорить буду я. Поняла? Поняла. Это очень важно, он не любит чужаков. Ладно. Билл нормальный мужик. Просто ему нужно время, чтобы к тебе привыкнуть, вот и все. Может, найду что полезное. Найдешь мой труп, когда я помру от инфаркта. Не волнуйся. Все под контролем. Ну, раз уж мы здесь, давай осмотримся. Все, валим отсюда. Ясно. Блин, видишь? Видишь растяжку? Смотри, не задень. Пригнись как следует.
Слышал? Да. Ты туда собираешься? Может, найду что полезное. Найдешь мой труп, когда я помру от инфаркта. Не волнуйся. Все под контролем. Твою мать! Господи! Я чуть в штаны не наложила. Ну, раз уж мы здесь, давай осмотримся. Все, валим отсюда. Видишь растяжку? Смотри, не задень. Пригнись как следует. Слышал? Да. Ты туда собираешься? Может, найду что полезное. Найдешь мой труп, когда я помру от инфаркта. Не волнуйся. Все под контролем. Твою мать! Господи, я чуть в штаны не наложила. Ну, раз уж мы здесь, давай осмотримся. Думаешь, они нашлись? А я откуда знаю? Все, валим отсюда. Отойди в сторонку. Ни хрена себе. Офигенные штуки. Ну, как вариант. Так, видишь? Назад. Держись рядом. Чтоб тебя бил. Что случилось? Еще одна гребаная ловушка. Вон холодильник. Это противовес. Сейчас.
Тебе надо перерезать веревку! Ладно! Джоэл? Вот и они. Занимайся веревкой! Элли, ты скоро? Я быстрее, не могу! Занимайся веревкой! Элли, ты скоро? Я быстрее, не могу! Зараза! Давай! Не поддается! Рядом!
твою! Мать твою! Назад! Назад! Куда? Так, мы... срежем тут! Нам сюда! Быстрее! Мать твою! Назад! Назад! Куда? Так, мы... срежем тут! Нам сюда! Быстрее! Наш герой-спаситель. Я Элли. Эй, вы что? Джоэл! Билл! Ты спятил? Билл! Пусти! Быстро, на колени! Билл, успокойся. Я сказал! Ладно. Встать на колени! Я не шучу. Я... Да остынь ты. Укусы есть? Нет. Что-нибудь растет? Все нормально, отвали! Сиди и не дергайся. Стой! Ах ты, паскуда! Доволен? Я доволен. Вы заявились ко мне, разрядили все ловушки, чуть не сломали правую руку. Нахрена ты притащил эту соплячку? Не твое собачье дело, а ты кое-чем обязан Джоэлу. Может, снимешь с меня эту хрень? Я обязан Джоэлу. Это что, шутка? Перейдем к делу.